Толкование, значение, сна про несчастный случай. Приснился несчастный случай по Сонику Миллера. Если вам во сне приснился несчастное событие, это говорит о том, что в ближайшее время рекомендуется постараться исключить всевозможные непредвиденные обстоятельства, которые могут резко поменять вашу жизнь. Откажитесь от каких-то внезапных поездок. Возможно, даже придется отменить грядущую командировку. Если вы пренебрегли этим советом, то, скорее всего, можете получить некоторую угрозу для вашего здоровья. Именно поэтому расставьте приоритеты, и все, что возможно поменять на данный момент в жизни, обязательно изменить. Если приснилось катастрофичное событие, касающееся семьи, то это сновидение станет знаком того, что вы потратите большое количество усилий на реализацию собственных желаний и мечт. Благодаря произведенным действиям все станет достигаемым, и вы получите определенного рода удовольствие от полученного результата. Расслабьтесь и наслаждайтесь процессом, ведь вы так долго шли к этой победе и однозначно точно ее определенным образом заслужили. Но рекомендуется отметить также, что такая легкость станет некоторого рода провокацией к тому, что вы потеряете бдительность и способны очень сильно изменить собственные ориентиры в жизни. Из-за чего действительно цены и вещи станут незначительными. Задумайтесь над тем, что в жизни для вас главное, и старайтесь не изменять своим собственным приоритетам. Несчастное событие во сне по Сонику Цветкова. Несчастный случай во сне свидетельствует о грядущем беспокойстве и возможных неудачах в личных и финансовых делах. Сновидения чаще всего связывают с потерей, и избежать ее практически невозможно. Стоит смириться с грядущим будущим и поменять отношение к проблеме. Только так вы преодолеете препятствия с легкостью. Не стоит концентрироваться на том, что не имеет для вас никакой ценности. Неблагоприятный момент, который будет связан с водой, свидетельствует о напряженных отношениях на любовном фронте. Вас накроет буря эмоций, вы не будете отдавать себе отчет в правильности своих действий. Любимый человек пострадает из-за вашей эмоциональной вспыльчивости и, возможно, захочет прервать какие-либо отношения. Не стоит расстраиваться, проработайте свое умение сдерживать себя, и тогда вы сможете, не досаждая никому, настроить обстановку для вас и вашего спутника в сторону благоприятных перемен. Сновидение про несчастный случай по Сонику Фрейда. Катастрофичное событие, происшедшее в сновидении, свидетельствует о внутренних опасениях и страхах, которые вы проецируете в реальной жизни. Не исключено, что чрезмерная забота о близких вам людях доставляет кому-то из них некоторые неудобства. И они стремятся поскорее избавиться от такой навязчивой опеки. Именно поэтому вы постоянно думаете о том, что может случиться с ними, когда вас не будет рядом. Не усугубляйте ситуацию, доверьтесь своему шестому чувству и осознайте то, что с людьми ничего не случится, если они просто будут несколько осмотрительными и осторожными. А чрезмерная забота тоже не приводит ни к чему хорошему и может лишь спровоцировать конфликты и скандалы, на почве которых действительно может произойти что-то неприятное. Несчастный случай по Сонику Мисс Хасси. Неблагоприятное событие свидетельствует о грядущих неудачах, связанных с поездками и мелкими перемещениями. Стоит задуматься о том, чтобы быть более аккуратным. Особенно если вы часто ездите за рулем и перемещаетесь между городами, например, на выходных, на дачу. Постарайтесь в ближайшую неделю совершать меньше поездок для того, чтобы исключить возможные варианты неблагоприятных событий. Сновидение, в котором вы видите себя после несчастного случая с какими-либо увечьями, свидетельствует о том, что у вас происходит ограничение самого себя из-за ситуации, сложившейся в реальной жизни. Скорее всего, психологическое состояние находится в дискомфортной зоне, и вы недовольны тем, что происходит в жизни. Из-за этого очень часто вы испытываете подавляющие чувства и беспомощность, что с легкостью проецируется подсознанием во сне в картинку о неблагоприятных событиях. Подумайте, что бы вы могли изменить в своей реальной жизни, чем вы действительно недовольны. Просто исправьте эту сферу жизни. Абсолютно все реально, главное приложить больше усилий в слабое место, и тогда вы сможете по-новому взглянуть на собственную жизнь, а главное ни от кого больше не зависеть. Сон про несчастный случай по эзотерическому Сонику. Видеть в сновидении неблагоприятное событие на дороге является предупреждающим знаком, говорящим о том, что возможно в будущем может прийти некоторая опасность, которая будет угрожать вашему здоровью. Это может быть связано с разными выборами и решениями, а также излишней эмоциональностью.
Постарайтесь быть более спокойным человеком. Посвятите время гармонизации внутреннего состояния и начните заниматься тем, что расслабляет вашу эмоциональную составляющую. Это помогает быть человеком, находящимся в комфорте и с хорошим расположением духа. Так вы исключите любые возможные неприятности –